Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! С вами шоу «Химики Хихимики» и я, ученый Натрий Водородыч. Похимичим с вами немножко сегодня? Да! Ребята, а давайте вспоминать. Помните, мы с вами как-то недавно химичили с жидким азотом? Да! А какие эксперименты мы с вами делали? Розу опускали в жидкий азот. Что с розой произошло? Она замерзла, маленькие кусочки разбила. Действительно. Что еще мы делали с жидким азотом? Банан опускали. Он замерз. И что мы делали с помощью банана? Забивали гвозди. Забивали гвозди, действительно. А что-то еще делали мы с жидким азотом? Нет. Больше ничего не делали? А помните, с воздушным шариком мы еще что-то делали? Да. Да, а что мы видели? Что происходило с воздушным шариком? Он сначала сдулся. Сдулся, а затем, когда мы его достали, он надувался обратно. Хорошо. А скажите, когда мы на него дули? Особенно быстро он надувался, когда мы ему помогали. Мы на него дули, действительно. Мы с вами сейчас возьмем жидкий азот, наполним кувшин. Я задам вам вопрос. Вспоминая все, что мы делали, скажите мне, пожалуйста, а как вы думаете, если мы возьмем жидкий азот, температура которого примерно минус 195 градусов, и вылим мне на руку, что произойдет с моей рукой? Ваша рука замерзнет. Замерзнет, а потом разобьется на мелкие осколки? Нет. Или, может быть, мы заколотим ей гвоздь? Я понял, скорее всего, она вначале сдуется, а потом обратно надуется, да? Она станет, ожог сильный. Ожог получу. Хорошо, но все-таки ради того, чтобы получился эксперимент, я готов пожертвовать своей рукой. И попробовать все-таки, что же с ней будет. Смотрите, я выставляю руку вперед, можете не закрывать глазки, и поливаю ее сверху жидким азотом. Как вы думаете, больно мне или нет? Больно. Больно. Кто из вас хотел бы попробовать то же самое? Нет. Нет, никто? Ну, я предлагаю попробовать это абсолютно каждому. И начнем мы, наверное, с Амира. Амир, пойдем, поможешь мне. Хорошо, выходи сюда вперед. Поворачивайся ко всем. И выставляй вот так свою ручку вперед. Самое главное, чтобы ладошку ты не сжимал. И капельки жидкого азота не ловил. Договорились? Скажи, пожалуйста, тебе страшно? Сильно страшно? Да. А почему ты улыбаешься тогда, если тебе страшно? Ты всегда смеешься, когда тебе страшно? Да. Замечательно. Я смеюсь в лицо, да? Хорошо. Готов? Раз, два, три. Он даже ничего не понял, ребята. Скажи, пожалуйста, ты чувствовал, что на руку что-то льется? Да. А лилось тебе что, горячее что-то или холодное? Холодное, потом больно чуть-чуть было. Потом больно чуть-чуть было? Да. А рука сейчас у тебя сухая или мокрая? Еще чуть-чуть мокрая. Хорошо. Ты можешь присесть на свое место. Пойдем, Соня, София. Пойдем. Выходи, выходи, выходи. Должен попробовать абсолютно каждый. Мы делаем все то же самое. Ручку вперед. Ладошка у нас смотрит строго вниз. И ладонь мы не смыкаем. Готово? Стойте, подождите. Я сейчас... Надо подождать. Один, два, три. Поехали. Опа. Класс. Получила немножко заряд положительных впечатлений. Садись на свое место. Дарья, выходи ко мне. Ручка смотрит строго вниз. Вниз. Ладошка смотрит вниз. И капельки мы не ловим. Не бойся, не бойся. Давай мне ручку, я тебе помогу. Давай, давай. Не бойся, уже смотри. Я сделал, Амир сделал, София сделала. Давай ручку. Давай, давай, давай. Давай хотя бы один пальчик, который тебе не жалко. Вот этот не жалко, да? Опа! Классно, а теперь можно всю руку? Замечательно. Получилось все у нас? Пошевели пальчиками, все хорошо? Присаживайся на место. Смотрите, я кое-что люблю особенно делать с жидким азотом. И этого количества мне будет прям достаточно. Мы обливали вначале только руки, а теперь я возьму жидкий азот. Готовы? И вот так я люблю делать еще. Вы можете меня потрогать, я реально жутко холодный. Потрогайте, потрогайте. Я реально очень холодный. Как следует, я охладился и охладил всех вас. Но, ребят,
Вам-то я поливал только ручки, а себя полностью облил. И мне стало прям жутко-жутко холодно. И у меня есть один очень классный способ согреться. Для этого я беру самую обыкновенную миску, в нее нальем немножко жидкого мыла. Теперь в жидкое мыло мы добавим с вами воды, самой обыкновенной. Немножко перемешаем. Возьмем с вами сжиженный газ, который используется в горелках, в плитках, в светильниках, и опустим в эту миску. У меня надулись вот такие красивые мыльные пузыри. Эти мыльные пузыри я возьму себе в руку, постараюсь взять немножко побольше. И смотрите, вот этот способ моего согревания. Вот таким вот образом я люблю согреваться. Вы почувствовали немножко тепла? Почувствовали? Правда? А кто хочет попробовать сделать то же самое? Кто самый смелый из вас? Ну, я думаю, София. А вот давай мы попробуем, и ты все сама узнаешь. Выходи ко мне, вставай за мой стол. Ребята, не стоит забывать о том, что опыты и эксперименты нужно проводить только в специальных лабораториях и только со взрослыми учеными. И не стоит забывать никогда о технике безопасности. Первое, с чего я начну, мы уберем твои волосы назад, так как мы имеем дело с огнем. Вот такую мыльную кашу мы в руку не берем. Мы берем легкие прозрачные пузыри с поверхности. Берем их вот таким вот движением, зачерпывая с миски. Перед тем, как взять мыльные пузыри себе в руку, руку нужно опустить в кувшин с холодной водой. Прям кулачком упереться в донышко, чтобы намочить руку немного выше кисти. Ты руку намочила, зачерпнула, руку выставляем максимально вперед. Когда я подожгу пузыри, и они начнут гореть, ты долго на них не любуйся, а начинай сразу работать своими пальчиками. Договорились? Замечательно. Ты все запомнила? Да. Готова? Да. Замечательно. Приступаем. Опускаем руку в кувшин. Я надуваю тебе побольше мыльных пузырей. Давай, я помогу тебе их взять. Великолепно. Руку максимально вперед. 1, 2, 3. Работаем пальчиками. Давайте подарим аплодисменты, София, ты просто умница. Я дам тебе салфетку, вытери свою ручку и присаживайся на свое место. Ну и последний раз я хочу сделать для вас, для всех, и хочу сделать это как-то красиво. Во-первых, я постараюсь надуть немного больше пузырей. Выйду из-за стола. Возьму максимальное количество, сколько мне поместится в руку, и постараюсь сделать это в движении. Готовы? Да! Классно получилось? Да! Замечательно! Мы продолжаем знакомить вас со свойствами жидкого азота. Но для начала повторение. Азот – это 15-й по счету элемент периодической таблицы Менделеева с обозначением N. Иначе его еще называют безжизненный воздух. В современном мире его используют в криогенной резке, при пожаротушении, для охлаждения техники и, например, в медицине при заморозке самых обыкновенных бородавок. Ребята, мой вопрос вам. Понравились сегодняшние эксперименты? Да! Тогда давайте громко-громко скажем наш девиз. Наука – это круто! А я с вами на этом прощаюсь. Всем пока-пока и до новых встреч! Покупка квартиры без риэлторов, без посредников, без первоначального взноса, либо первоначальный взнос может составить всего 64 тысячи рублей. Только в офисе продаж «Сибпромстрой» на Тюменском тракте 2/1. «Сибпромстрой». Добро пожаловать домой!